Шавуатов, Гутевох, хорошей недели. Мы начинаем наш очередной урок изучения Торы. Перед нами глава Шлах. Мы находимся в пустыне Паран. И начинаем говорить с Моше, что перед тем, как мы войдем в страну Кнаан, мы хотим послать разведчиков. Мы говорим, что в Торе говорится, что нужно все проверить. Мы должны полагаться на свое понимание, то есть мы должны убедиться, что земля эта безопасная, что там будет хорошо, мы должны узнать, какой там народ, большой он, маленький, сильный, слабый, какие у них города, открытые или укрепленные. Наши мудрецы говорят, что значит города открытые, укрепленные. Если город открытый, то понятно, что это люди смелые, они никого не боятся. И тогда нам будет тяжело завоевать. А если они закрыты в крепости, то тогда они боятся, и тогда нам будет легче. И мы должны убедиться, на каком языке они говорят, чтобы выведать у них тайны военные, чтобы мы смогли их одолеть. Мы должны найти слабые места, чтобы мы правильно напали. Во-первых, Всевышний сказал, что будет изгонять народы эти постепенно, не в один миг. И надо будет понять, какой народ надо первый знать, какой последующий. Находили мы причины, чтобы Моше послал разведчиков. Моше обращается ко Всевышнему, что народ просит. Всевышний раньше сказал, идите в землю, все, мы должны верить, доверять. Но, говорит, если так, пошли от себя людей. То есть Всевышнему это не нужно, но если ты хочешь, ты выбери людей и пошли их от себя. Это было 29 Сивана 2449 года. Это уже прошел год и 2,5 где-то месяца после того, как мы вышли из Египта. И Моше решает выбрать лучших людей, чтобы послать их на разведку в страну Кнаан. Колено Леви не обращалось с такой просьбой, поэтому лазутчика из колена Леви мы в тексте не находим. Пошло 12 разведчиков. Об этом будем говорить на следующем уроке. На сегодня наш урок заканчивается. Всем всего самого наилучшего. Урок был дан за поднятие души моего папы Яков бен Нахум, моего дяди Владимир бен Григорий, моего брата Павел бен Ефим, Хая Малка бат Йосиф, Мира бат Авраам, Роза бат Михаэль, Самуил бен Герш, память Юрий бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бат Клара, Борис бен Мария, Анна бат Ривка, Полина Перв бат Соня, Сура, Лена бат Клара, Женя бат Ида, Анна бат Елена, Евгений бен Софья, Двойра бат Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бат Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бат Маэль, Евгений бен Берта, Евгения бат Ита, Фира бат Анна, Евгеннадий бен Елена, Леор бен Клара, Юлия бат Белла, Мазал, Парнасас Гула, Ирина бат Ури, Арон Ария бен Ури, за хороший дух, Арон Ария бен Двойра, Денис бен Нахум, Авигайл бат Сара. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, скоро закончится эта страшная война. До следующих встреч.